Что-то за 3 года поменялось? Завел себе союзников, друзей в Пермской городской думе. А взаимодействие, ну, грубо скажу, с идеологическими противниками в думе, как у вас происходит? Находите общий язык? Идеологические противники – это только на фоне, допустим, каких-то политических программ и так далее. Если говорить о городских мероприятиях, те, которые в основном мы обсуждаем, да, какие-то планы, там, бюджет и так далее, то практически разногласий не бывает. Избиратели ваши очень активны, если 15 площадок вы уже сделали. Вы знаете, совсем наоборот. Хотя я многим уже говорю, почему приходите, проведите собрание, приходите ко мне, выделим деньги, вам дорогу эту выровняют, сделают нормальной. Потому что, ну, невозможно, ямы и так далее.